У Эштона Катчера есть брат-близнец. В детстве он перенес операцию по пересадке сердца. Так что на Эштона в семье внимания обращали мало. В 13 лет он пытался покончить жизнь самоубийством. Потом ограбил собственную школу. Арест и 3 года условно. Только когда Эштон начал подрабатывать моделью, у него появились первые деньги. Вау! Вау! Это... Звездой он стал после женитьбы на Деми Мур. Эштон влюбился в Деми еще в 12 лет, когда рыдал над фильмом «Привидение». Спустя много лет они встретились на вечеринке. Деми 40, Эштону 25 лет. Деми пригласила Эштона покататься на яхте. А через 2 года они поженились. Праздники проводили вместе. Эштон, Деми, ее бывший муж Брюс Уиллис и их дочери. Я классный парень, спроси кого хочешь. Но 6-ю годовщину свадьбы отмечали порознь. Деми одна, а Эштон в компании некой Сары Лил. Эштон изменял регулярно, но тут у Деми закончилось терпение. Она подала на развод. Отложим разбор полетов. Поговорим завтра утром. Сегодня Катчеру исполняется 40 лет. Он женат на 34-летней Милли Кунис. Они идеальные родители 2 детей. Все финансовые вопросы решает Эштон. Даже выбивает для Милы высокие гонорары. Мало кто знает, но в первую очередь Эштон не красавчик, а продюсер. Неудачное ограбление школы – его единственный финансовый провал.